подвиги. Старокрымский санаторий на время превратился в прифронтовую железнодорожную станцию. История верности, подвиги и героизма начали со съемок нового 8-серийного фильма «Катюша». Почему режиссер выбрал Крым как одну из локаций и что думают именитые артисты о полуострове? Реквизиты примерил наш корреспондент Сергей Руденко. Над корпусами старокрымского санатория реют алые знамена, а на дороге припаркованы фронтовая полуторка и лендризовский джип. Это значит, съемки военно-исторической драмы «Катюша» стартовали. Для массовых сцен привлекли сотни статистов, среди них и местные жители. Мне нравится то, что снимаются военные фильмы, и то, что наши крымские жители участвуют в съемках военно-исторических фильмов у нас здесь, в Крыму. Для меня, как для профессионального актера, это хорошая возможность набраться опыта и поработать с профессионалами. Это масштабный российско-белорусский кинопроект. Сотни комплектов военной униформы, тысячи единиц реквизита, аутентичное вооружение и техника. Все ради исторической достоверности. За кадром десятки специалистов, звукорежиссеры, операторы, костюмеры и гримеры. Именно здесь художники по гриму создают уникальные образы и типажи. Могут состарить, нарисовать шрам и даже ранение. Вот и все. Теперь я солдат советской армии, раненый в 44-м году. Для участия в проекте привлекли целое созвездие актеров. В главных ролях Владимир Гостюхин, Марат Башаров, Андрей Левин. Для Игоря Ключникова это уже не первая работа о Великой Отечественной. Тема близкая сердцу. Это 8-серийная история про Великую Отечественную войну, и я здесь играю персонажа, меня повысили до капитана, потому что в прошлом году я снимался, я был только лейтенантом, сейчас я капитан, а история 44-й год, гоним немцев, и мы победим. У меня дед проходил форсирование Днепра, он рассказывал, что ни неба, ни земли не видно, то есть, ну, это ад. Сюжет картины разворачивается вокруг потерявшего память после ранения офицера советской разведки, которого после назначают командиром инженерно-саперной роты. Испытания войной покажут зрителю величие подвигов защитников Отечества. Я вообще всегда мечтала поиграть в кино на эту тему. Для меня это важно. Мне кажется, важно, чтобы у поколения оставалась память об этом времени. Крым прекрасен, особенно после минус 20 в Санкт-Петербурге. Приехать к вам в плюс 10 – фантастически. Климат – это еще одна из причин, почему дирекция кинокартины выбрала Крым в качестве съемочной площадки. Во-первых, Крым – это, как мы считаем, многие из нас, что это такое место силы, и, надеемся, нам поможет. Во-вторых, что производственно в Крыму все-таки можно застать еще лето, да, и уйти от снега. История о дружбе и верности, подвиге и человечности на войне. Съемки планируют завершить весной и представить картину широкому зрителю к празднованию Дня Великой Победы сразу в двух странах. Сергей Руденко, Дмитрий Солдатов, Новости 24, Кировский район.